Всем привет, это Автоледи на Авторадио, меня зовут Катя Каренина. В гостях у меня сегодня необычная девушка, олимпийская чемпионка, да что тут говорить, просто красавица, Светлана Мастеркова. Свет, привет. Привет, всем привет. Вижу, в хорошем настроении. Ну, абсолютно не поменялось. Абсолютно море позитива. Слушай, спасибо море тебе большое, эмоций. Потому что я уже девушка взрослая. Ну, мне неудобно было сказать женщина, я просто назвала тебя девушкой. Иногда, когда меня останавливают сотрудники ГИБДД, вот иногда спрашивают, а почему дети за рулем? Когда они накрашены, один раз такой случай был. Я совершенно больная автопромом. Я разбираюсь в машинах. Я их очень люблю. И, знаешь, для меня автомобиль, личный автомобиль, это моя привычная независимость. Ну, знаешь, вот это мне часто говорят, что вот если ты, наверное, работаешь, у тебя мужская профессия, значит, ты, наверное, и в жизни такая же. Мне кажется, вообще вещи не взаимосвязаны. Можно быть на работе одним человеком. Слушай, а ну если ты тюфяк, и для тебя женщина, которая сидит за рулем, кажется мужиком, то это тюфяка проблема. Мы хлопнули друг другу в ладошку, но жалко, что она в перчатках. Как бы шлеп был такой. А настоящий мужчина скажет: слышишь, как горжусь я тобой, ты такая у меня замечательная. Ты меня можешь подвести до работы. Ты моя любимая женщина. Хотя никого я не подвожу до работы. Это, не знаю, минус или плюс. Если ты меня спросишь, на каких машинах я предпочитаю ездить? На тех, которые я купила. Я видела, там большая, да, черная, страшная. Во-первых, на тех, которые купила в автосалоне сама самостоятельно, на заработанные свои спортивные денежки, потому что все еще... То есть, если подарят, не поедешь? Поклонник завтра подарит красный Мерседес, например, вот не поедешь? Вот это подстава, между прочим. Поеду. Просто не задумывалась, ты понимаешь, о чем речь-то? Если бы у нас была отдельная выделенная полоса, как в Европе, для автобусов, сейчас или делают, трамваев, кстати, но или троллейбусов. Видела, на Волоколамке есть. Делают. На Волоколамке, на Андропова отдельную полосу, но все равно все едут, и всем все, да, равно, да, все вперед. Народ наш кнутом, в общем-то, как-то быстренько привыкает к правилам. Рублем, наверное, рублем, да? Кнутом. А это и есть кнут, знаешь. Ну, и я благодарна, принципе, что сделали 1000 рублей за то, что человек не уступает, водитель не уступает пешеходу дорогу. Я бы сделала 2. Тебе надо организовывать движение какое-нибудь, либо за пешеходов России. Вот у тебя столько, ну, прям, ты... я не знаю, ну, вот реально, эмоций вот... в этом плане. Мне кажется, нужно какое-то что-то все-таки в какое-то русло отпустить. Так вот она же ж, я же ж. Ты моя хорошая. Светлана Мастеркова настолько активная девушка, что я даже не заметила, как мы доехали до ее автомобиля. Сейчас пойдем в нем копаться. Рекомендации тем девушкам, которые боятся ремнем безопасности помять блузку, платье, тело. Это не стоит вашей жизни. Я давно на это уже забила, и когда прихожу мятая, но из хорошей машины выхожу, я считаю, что это очень хорошо. Ну, как говорил мой папа, лучше выйти в трусах, но из хорошей машины, нежели вечерки. Папе привет передай! Ну что, пошли копаться в твоем автомобиле. Знаешь, почему я хотела купить джип? Потому что я живу в том месте, где мне приходится преодолевать различные холмы, пригорки. Как только я села вот в первый раз в свою машину, в этот белый салон, у меня была коричневая куртка и синие джинсы. И они закрасили мою белую мебель здесь в эти цвета. Поэтому сейчас, когда я сижу в джинсах, ты, наверное, можешь наблюдать, что подо мной беленький в цвет салона пледик. Вообще с ней разговариваю. Я ее люблю, я ее холю, лелею. Я извиняюсь, если она очень грязная. Вот сегодня она очень грязная. Даже где-то ледниковый период просматривается, да? Вот. Такой, знаешь. Поэтому я мечтаю, я обещаю ей, что я ее помою и себя очищу от этого, понимаешь? Можно залезть сюда? Давай вот сюда залезем. А, нет? Ну ладно, это святая святых. Хлеб. Здесь у меня прикорм. Это хлеб. Значит, у меня есть отдел. У нас где есть? Какие-то Света, что это? А это сминные носочки, да. Света! Да. А знаешь, почему я не зонировала окна пленкой, которую мне рекомендовали? Ну вам как? По-русски, чтоб темно-темно.
Я говорю, послушайте, нет, по-европейски. Я хочу гордиться тем, что у меня такая машина, что я в ней сижу. И пускай это все видят. В моей жизни машина – это такой главный аксессуар, потому что большую часть провожу я в машине. У меня даже здесь есть телевизор. Иногда могу посмотреть новости, потому что не успеваю. Вообще, подрастая, становясь лучше, ты должен прийти к качественной жизни. А у нас была Светлана Мастеркова, это автоледи на Авторадио. Два слова нашим радиослушателям, и мы прощаемся. Я вас люблю, обожаю, уступайте пешеходам дорогу, но и можете поучить их иногда, чтобы они вели себя достойно и не мешали также и вам водить машину. Всем пока!